мягко скажем, не очень благоприятно, потому что за ближайшую неделю они проведут 4 матча. То есть вот они играют сегодня. Если уж на что-то рассчитывать «Звезде» вот в этом матче против фаворита «Барселоны», это именно на работу вот этих вот больших ребят под чужим кольцом. А вот одного... Дал ему бросить без сопротивления. Снова ждет Теодосич в получение, идет под кольцо. Отличная скидка Давидоводцу. Магия, настоящая магия вне Хогвартса. Вторая четверть начинается, и Рокус Якубайтис. Он основной разыгрывающий прямо сейчас, вот в этой пятерке. Лаправитло на втором номере. Эрнан Гомес! 2+1. Экспресс-курс, видимо, будет от наставника Цервена Звезды, но пока нужно защищаться. Лаправитло. О-хо-хо-хо! Левой рукой Уилли Эрнан Гомес сколачивает мяч сверху. Так что Тео эту площадку знает и любит. Мы это уже успели заметить. Хорошую передачу сейчас на Пьера отдал Митровичу. И тот тяжелый мяч с обратной стороны кольца заносит. Не смогли зацепить сейчас баскетболисты Звезды за этот мяч. Эрнан Гомес издали попадает на скамейку запасных. Снова вроде как открытая трешка могла зайти у Барса, но не стал бросать Паркер на этот раз. Но зачем, когда можно вот такой красивый алюп на Эрнан Гомеса забросить. Тот еще даже успел как через коня. Якубайтис. Ну просто как-то стоячего. Он на Пьера прошел, да еще и фол разработал. Но во второй свой выход... Джоэл успеет сделать на Пьер снова с мячом. Здорово сейчас обыграл. И вот классный алиупчик на Гидратиса. Гидратис там по лицевой. На Пьер снова угрожает проходом. Митрович, ух, как здорово, снова выкрутил с левой стороны. И наказал Милоша Теодосича за эту халатность. Да, вот мы говорили, что Сатаранский не шутер, но когда ему вот так вот легко отдаешь бросать, он, конечно, попадет. А вот Теодосич, вторая треха от Звезды в этом матче. Недович, 7 секунд остается против Веселы. Он, обманное движение, трехочковое. Попытка и попадает! Голеностоп, но остается на паркете, по крайней мере, пока. А в это время Веселы промахивается со средней. И редкий подбор нападений у Барселоны, который приносит им трехочковый для Джабари Паркера. Лаправитло обыгрывает на Пьера, скидка Сатарански. И вот Томаш. Посмотрим, удастся ли второй раз провернуть трюк. Милош здорово вышел в первой половине. Давидов сам перехватил быструю атаку. Разгоняет свободный от Ненадович. И Ненадович попадает. Такие хорошие оборонительные, можно сказать, категории. Рабочие. Назовем это так. 8 секунд на атаку Барсы. Дальняя попытка Лаправитла, несмотря на то, что пытался помешать ему Баламбо. А тут Паркер с Эрнан Гомесом друг у друга мяч забирали. И Паркеру досталось там в этой борьбе преимущество нападения у Звезды. И Митрович с легкостью реализует его. Наверняка хочет... Это отметить еще и победой, но сделать это будет, ой, как не просто Джабари Паркер в прекрасной форме. Яга, он быстро разгоняет атаку, а Бринусу Извините, сложно. Это не Тоби, это Ильич, кстати, появился на площадке. Первое его, да, появление. И снова Ильич сверху. Тайм-аут от Роджера Гримау. Да, 175-сантиметровый Яга перед ним стоял, поднял руки. Ну, он Яга даже и не увидел, мне кажется. Гидратис издали попадает. После заслона бросает, накрывает его Якубайтис. Паркер, не замечая никого, просто пробежал и... Смел все на своем пути. Джабари Паркер, 60... 10 очков у защитника Звезды, 9 результативных передач, снова близок к дабл-даблу и 69-67, небольшое совсем преимущество Барселоны в этой четвертой четверти, еще 7 минут играть. Вау! Засчитывает мяч Явор. Весело. Против Баламбоя не стал обыгрывать. Дальше атака продолжается. Абринс на Якубайтиса. Теодосич обыграл. И Весело вколачивает мяч двумя руками сверху, но... Снова на Пьеру. Они там
будто соревнуются, кто же будет атаковать. Как классно сейчас сыграл наконец-то на Пьера. Эндван забивает Митрович. Бешенстве Гримао там сейчас. 78-78 Лаправитало в проходе. Калинич. Заброс на Веселый. Против того сразу трое. И Эндуаном на Эндуан отвечает Веселый. Томас падает, но контроль сохраняет на грани пробежки. Сигнализирует сейчас Тадосич. Лаправитало на Веселый. Джабари Паркер. И попадает. Джабари Паркер на исходе владения. Вау. Нужна быстрая атака сейчас. Милош. Попадает Теодосич. Вот. Еще бы пораньше, наверное. Два очка разницы. Что? Технически будет. Теперь Теодосич выбрасывает. Недович. Доверил Теодосича, а Теодосича накрывает кто-то там, Паркер или Абринес. Ну все, сейчас уже игра сделана. 86-81. Снова побеждает Барселона в этом противостоянии.